С 1 октября начался осенний призыв в армию. В вооруженные силы Российской Федерации планируется отправить более 130 тысяч молодых людей. Здравия желаю, товарищи призывники! Здравия желаю! Осенний призыв продлится 3 месяца. В этот период каждый молодой человек в возрасте от 18 до 27 лет по первому требованию обязан явиться в военкомат. Служить готов? Так точно. На водительское удостоверение ты отучился, да? Еще учусь. Еще месяц. Значит, смотри, сдаешь с первого, максимум со второго раза. Ну, пойдешь служить в сухопутные войска водителя. Вопросы у тебя есть? Никак нет. В составе призывной комиссии представители военкомата, управления образования, казачества, комитета солдатских матерей, правоохранительных органов, медработники. Возглавляет комиссию глава муниципалитета. В осенний призыв служить в армию отправятся более 100 славянских ребят. Служить они будут в течение 1 года. Многие в армию идут добровольно. Завершится осенний призыв 31 декабря. По итогам весеннего призыва славянский военкомат был признан одним из лучших в крае. Глава района Роман Синеговский поздравил коллектив с победой и поблагодарил за работу. Очень хорошо провели призывную кампанию весеннюю. У нас хорошие результаты в районе. Говорю, у нас, потому что мы делаем одно общее дело. Живем, трудимся в Славянском районе. Вы сотрудничаете. Спасибо, с нашими детьми работаете. Поэтому хочу вас поздравить. Знаю, что заняли 3-е место. Сотрудники военкомата были отмечены почетными грамотами главы района. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».